Так, друзья, ТР-2 на старте. Сейчас будет экшен. Так, ну этот класс посерьезнее уже. Заряжены все на победу. Полтора суток борьбы. Сейчас будет продолжение. Скажем, ключевой финальный этап. Полтора часа круговой гонки. Тут уже должна быть грязь, препятствия посерьезнее, лебедки в работе. В общем, сейчас все увидим. Старт ТР-2. Это круто. Смотрим, кто участвует. Вот Андрюха хорошо стартанул. Ну, Нив, как обычно, много. Чироки. Land Rover. Да, всем... Всем привет. Ну, предстоит серьезная борьба ребятам. Это каталашка тут. Каталашка с нами. Ну и у вас. Ну и сейчас тут будет Рубилова. Попробуем пройти за ними. Уже пробочка. Там болотистый участок внизу. Мы сейчас на него посмотрим. Не знаю. Там, если может быть, и пробка. Еще не все, еще известная очень машина. Не, пока все едут, просто опасный спуск. Нет, не все едут. Не все едут. А тут экстремальный спуск такой. Нужно аккуратно. Ну, здесь... Не так будет важна скорость, как... Ну, а видите, как отвешивают, чтобы не было экшена. Крутовато тут. Первые препятствия. Очень крутой спуск. Ну, если опыт есть, то можно спуститься. А можем идти по трассе смело, Ромыч. Приедут они не скоро. Там такие ямы накопаны. Плюс здесь. Да, жесть началась. Жесть началась. Может быть, надолго это все. Ой, елки, где-то я вас видел, мужчина. А, на оффроуде, наверное. Да, действительно. Не, а что это такое? Это новый автобан. Это какая-то жесть началась, но это приятно очень, это приятное место. Все, вот это нормальный оффроуд, а то гоняют по кругу, как это, как ошпаренные. Как будто Формула-1. Да, 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 по 2 минуты круг, по 3. А вот и каталашка тут. Я говорил, что скучно не будет. Да, жесть. Недалеко от старта началась. Кто-то пролетел. Белый волк ходом пролетел. Его тут нет. Ну, примерно большая часть пелетона. Большая часть здесь. Шикарнейшее место. Подрезают друг друга. Ну, тут ничего нельзя сделать. Вот такая. А Бизон участвовал, да? Да, да. Пролетели, да. Ну, там машины ходом прошли. Но сейчас они приедут и будут рубиться вместе со всеми. Так, Вранглер пошел на лебедке. Ну. Так, Олег проскочил первым. И тут крутой подъем. Теперь Чироки. XJ. Очень редкая машина. Их 2 даже у нас сегодня такие. В 2 классах. Удачный аппарат. Ваня борется с лебедкой. Тут механика стоит. И вот этот топовый внедорожник.
кто его еще не видел, посмотрите, он есть на нашем YouTube-канале. Много есть с ним видео и в ТикТоке также. Хорошее засадное место, но оно не одно такое. Вот у вас пытается ходом. За Нивой сразу. Да, помешали. Тут идет капиталка лебедки, точнее небольшая настройка. Так, УАЗ тронется, да. УАЗ это серьезный внедорожник. Так, Discovery, ну это сложно тут, очень тяжело. Так, а вот и XJ. Вранглер пошел. Да, вот уже. Красиво тоже ребята подтянулись и пошли. А вот у вас ходом пытается пройти. Ну, практически. По сравнению. А вот и Белый Волк приехал. В прямом и переносном смысле. Судя по довольно быстрому прохождению, то тут, наверное, пока самое сложное место. Оно, правда, все в процессе гонки меняется. Андрюха, оттуда открывай! Отвлеки! Отвлеки его! Серега, отвлеки его с этой стороны! Белый Волк. Починил, Ваня? Каталажка в строю, лебедка мотает. Сейчас подлебедится и будет рубиться. Да, те, кто ходом прошли первый круг, смотрите. Зилочка. Да, тут все. Тут все четко. Поменяли патрубок? То что-то капает. Помпа капает. После болота. Так, а здесь что-то происходит. Почему-то пробка образовалась. Я и не видел. И объехать не могу. И объехать невозможно. Ну, надо шире делать, конечно, такие подъемы. Ну тут яр. И шире не получается. Тут достаточно непросто. Что там было, пробка? Да, я говорил, что поймал. Слушай, были я не так. Ну, непростое место. Ну, Ниве, я думаю, будет полегче. Но я тут шел, смотрел. Я предполагал, что здесь будет жесть. Вот она начинается. Стоять. Руль справа. Не-не-не. Ровнее, по там дерево. Ровнее. Правее, много руль. Это дерево нет. Нивы пока. Стой, стой. Пока сложно. Ну, сейчас все тут соберутся. Подлебедитесь, будет быстрее. Да, такая задержка небольшая. Там ребята спешат в болоте быстрее вылебедиться. Пена летит. Но тут непросто. Что тут, пробка? Блин, как в Киеве. Тут пришел белый дельфин, прыгнул на меня сверху с горы. Ну что, этот провод будет? Будет, будет.
Руслан. Пробуй вправо, держи руль вправо, вправо, вправо. Не подсказывай. Руслан. Руслан, посмотри на меня. Да, да, очкую. Не очкуй. Лучше идти вот тут. Тут выход на лебедки. За мной прячьтесь, не очкуйте. Нива красивая очень. Руслан, я паштет твой забыл. И шины неплохие, но давай. Сложно. Белый волк там уже, наверное... А белый волк застрял. Сошел с ума уже, наверное, от пробки. Все, пошел, красавчик. Теперь вранглер. Что-то в натяжку едет. Теперь вранглер. У всех шины, обратите внимание, у всех шины скользкие после болота, замылены, и по бревну их сбрасывает, да. Да, мощность есть. Не подсказывай. Ты моим голосом говорил? Нет, чтобы ты забрал раздол. Тоже, наверное, лебедка. Ну, тут уже выстроился коллектив. Зато нету суеты. Мы все в одном месте, дружно смотрим оффроуд. Никто никуда не бежит. Все по очереди едут. Тут надо было расширить, конечно, экскаватором. Сейчас казачьим. Тебе автобаны делал. У кого есть пила, может, в принципе... Тебе не надо за твое видео комментатор от Бога, не? Я могу аудио записывать здесь и тебе а там... перекидывать. Ты что, боженька, боженька просто. А что я сказал? А что я сказал? Я молчу вообще. У тебя такое количество советов просто на одну минуту. Да? Я не заметил, вроде ничего не говорил. Под лебедиться я только говорил, и все. Расширить, лебедиться, быстрее, тише, громче ехать. Руслан, была наша Раша, человек, который разговаривает с телевизором. А я с камерой, да? Я с камерой и с телефоном. Я разговариваю. Разговариваю с телевизора, знаешь. С фотоаппаратом. У вас... Стой, обнимитесь, я вам семейное давай. Фото сделаю. Давно у нас не было. Красивое, да, давно не было. Хочешь к ним семью? Здорово. Привет. А ты так спешил, слышишь? Прозевал, я застрял. Я скинул. Ну, взял и сцепление нажал. И все. Я прошел. Ну, лошара, блин. Очкун. Блин, Крис, ты мне тут было у меня определенной формы сучок. Было. А ты мне сорвал. О, вот, это еще ниже снял просто. Так, не мешай, я снимаю видео. Так. Ну давай пробуй объезжать, Ваня. Лента ж вот, смотри, можно по краю. Если разогнаться, и так по боку можно идти, вот так сбоку. Руслан, так, опять лебедка. Стопор, чтобы я не съехал. Спасибо. Закрепил меня нормально. Вот тут крепление. А теперь надо пилу и отпилить ему. Обрезали ее. Теперь я съезжаю, Руслан. Верни ему половину. На половину тебе. Все, я нашел себя. Стопор. Ну куда ты поехал? Да съезжал. Здесь на дерево, дерево от меня уезжает, прикинь. Угу. Да, да, что-то не продумал организатор. Нормально все продумали. Это специально, да? Да. Чтобы не было суеты, да? Сейчас тут, а эти тут застряли, потом там раскопают, там застрят. Это будет нормально. Пацаны, у кого есть пила, можно ускорить процесс. Не рассказывай ничего. Что-то пошло не так. Что, лебедка, наверное, что было хочу? Да непонятно. Макс, а прошел бы на копейке здесь? Спущены неплохо. Да. Что-то не хватает машине. А у вас бы тут проехал, наверное. И Нива. Какой, твой? И мой, я думаю, тоже, наверное. Мой-то точно проехал бы.
Так, слушай, тут... этот сам, на Карпатском кордоне вот прорубили бы рядом дорогу, да, прокопались бы. Прокопали бы уже. А помнишь, да, какой-то... Приезжай в Атаку. 18-й год, да, когда пошли... Дискавери. ...патрола, пошли левее. Дискавери. Еще раз и расход. Там может и не получиться тратить зря время. Да получится. Давай ходом, она тяжелая, сейчас бревно разрежет. Не разрежет, блин. Ого. Руслан, надо тоже записывать на TikTok, это самое видео, школу джипера тоже записать. Давай, она тяжелая, бревно разрежет. Так а что, ну раздавит. Ну, конечно. Ну, дерево проедет.